Но что может быть прекраснее с раннего утра наблюдать за счастливыми лицами людей? В Риме есть такое место, куда все туристы стремятся прийти пораньше, чтобы сделать несколько снимков. И это, конечно же, самый красивый фонтан Рима 18 века – фонтан Треви. Именно здесь с раннего утра можно затеряться в толпе туристов и просто любоваться счастливыми лицами людей. Кто-то из моих туристов однажды подметил, что в Риме нет грустных людей. Куда ни посмотри, все люди улыбаются и все счастливы. Так оно и есть. Рим прекрасен. Постарайтесь запомнить его именно таким. И пусть эмоции ваши не знают границ. Улыбайтесь, радуйтесь, искренне наслаждайтесь всем, что видите. И, конечно же, бросьте монетку в фонтан Треви, чтобы вернуться в Рим и еще раз пройти по любимым местам Рима. Если кто-то из вас остановился в отеле недалеко от фонтана Треви, постарайтесь проснуться пораньше, прийти к фонтану, чтобы окунуться в атмосферу утреннего счастья, которое здесь витает с самого утра. Вы только посмотрите, сколько здесь людей, и все они улыбаются. И я сейчас снимаю для вас видео и тоже за камерой улыбаюсь. У меня прекрасное настроение, и я сейчас пойду гулять по любимому городу. Желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения, а я вернусь к фонтану Треви уже завтра, чтобы вновь зарядиться хорошим настроением и силой на весь рабочий день.